Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на приключениях эскимосской девочки и ее друга-песца, белого песца. У нас сгорела деревня, мы добыли барабан. Мы противостояли ветру и белому медведю гигантскому. Нам помогают духи, духи времени и пространства. Мне очень нравится эта игра, и надеюсь, она нравится также и вам. Если это так, ставьте лайк сразу, потому что плохо не может просто быть. Давай, прям лисенка. О, я знаю это место. Здесь нужно нам... Я думал, нужно предаться ветру, и он понесет нас. Дань была цель добыта. Ого, теперь у нас есть... вот что дал эскимос нам. Бола бросать. Вот, куда ты целишься? Как поцелиться куда-то? Куда рука показывает? Давай, допустим, так оно есть. Верно! Опа, и освободился какой-то дух. Дух-помощник. Давай! Неси нас же в небеса, унеси нас далеко, дух-помощник Северного моря. Что, нам тоже это надо разбить? Может, лисенок допрыгнет? Нет, лисенок тоже не допрыгнет. Ладно. Я же говорил. Хорошо, что нам не нужно добывать каждый раз... Так, легли, лисенок. Попа кверху, не надо добывать каждый раз заново эту штучку. Она просто у нас появляется автоматически. Что очень удобно. Легли, лисенок. Нет. Давай, я же нажал. Теперь легли. Когда двое продолжили свое путешествие, девочка использовала подарок человека совы. Да, мы такие. Успели. Воу, вот это пространство. А кто? Чё? Так. Да что такое? Непогода. Ты такая непогода, что с тобой делать? Дух, приди же. И дух пришел, и своим взором посмотрел на нас, и сказал... Моя лисица убилась, теперь я тоже должна убиться! Так вот, дух пришел и сказал такой... Че вы тут негры забыли-то, а? А мы такие, да ладно, мы тут... Да что такое?! Так... Этим мы пропрыгали, лисица-то сама умная. Наконец-то, то что, лежи, пожалуйста. Я больше не хочу содрогаться в страсти, в страхе от того, как ты... Так, а как мне тут? Что мне тут? Что мне здесь кушать? Лисица-то что, не может же ударить это? Буль-буль-буль. Как мне раскрутить тут балалайку эту? А, надо вывести. Вот оно в чем дело. Блин, я такой слоупокер. Теперь-то мы сможем воспользоваться своей суперсилой и дать лисе под зад. Нет, конечно же, песца мы обижаем, обижать не будем. Мы его любим и уважаем. Тут небольшой паркур такой, знаете, для начинающих. Оу, сильный ветер. Давай, писец. Не застревай там, иначе тебе придет капец. Как тут? Ага. Ничего, сейчас смогу. Смогем. Он начинает двигаться. Это уже интересно. Это хедшот, я бы сказал. Хедшайт. Давай, поднеси нас, пожалуйста, как следует. А, мы сейчас на ветру. Вот так вот. Да ты что, ты такая медленная. Да что ты такая медленная, эта лисица.
Иной раз она умная, иной раз совсем как человечек. Зелененький. Хотя там зелененького ничего нету. Куда же мы прибежали теперь? На околице деревни парочка наткнулась на ужасного человека. Бла! Какой мерзкий тип. Он приказал ей остановиться. Она была сильнее, чем он думал. При виде Болы его гнев лишь усилился. Наверное, он искал эту Болу. Именно нее он искал. Так я вам и сказал. Оу! Блин. Да-да-да-да. Он искал Эболу. Вот тут он нас тогда в прошлый раз захватил. Пошли. Не от таких уходили. Нам что, надо ему в лицо кинуть, что ли? Просто убегаем. Не, пока просто убегаем. Пока никакой самодеятельности. Да, злись! Ты злишься? Ты реально злишься? Так и чё, нам надо просто там сидеть и всё, и никуда не выходить. Дай мне Болу! Слушай, едь в Африку, там столько этой Болы. Давай, беги! Сейчас хватит нас за задницу! Не хватай нас за задницу. Ты такой страшный. Прыжок! И что с ним? Он устал? Ой-ой-ой-ой-ой, юшки-ой-ой. На чем мы оказались? На льдине? Чудом сбежав. Два друга оказались еще в большей беде. Не знаю, по крайней мере, мы пока еще живы. Два дня они дрейфовали на льдине. Грусть, печаль, тоска. Есть нечего. Слушай, я забыл выключить там комфорку. Не печалься, смотри вперед. Сова. Духи помогают нам. Это замечательно. Что можно тут сделать? Ничего, бегать здесь вперед по льдине. О, точно, когда я бегу назад, пока не достигли, наконец, тяжелого льда. Паркур. Но это не было поводом для праздника. Там какое-то белое тело было. Разорванное, по-моему. Что, нам надо разломать проход себе. Выдолбить. Ледная рыбалка. Ой-ой-ой. Лед был непредсказуем. Отлично, и что? Ага, понятно, предсказуем лед был. Давай. Лед был предсказуем. Че ты, дедушка, меня пугаешь? Смотри, как все ловко получается. Опа, ладно, там был он непредсказуем. Он был непредсказуем, и тут был непредсказуем. Ладно, здесь вообще предсказуем. Все классно, все классно. Пошли. Мы бегим, беги, бежим, 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 бежим. Какой-то фиговый большой лед. Большой лед, маленький лед. Как бы не войти в раш и не прыгнуть в ледовитый океан, да? Или как. Старый добрый друг! Мишка! Мишка беленький жил! Мишка беленьких людей кушал! Так, почему лиса теперь не помогает? А, понятно, потому что... Окей, все, мы спрятались. Нет, он за нами бежит. Давай, беги, беги. Я за кем, за кого бегу? Я за лисицу бегу, за глупую. А мне нужно за человека глупого. Вот так вот. Писец, извините, если у вас есть какие-то... Вот тут сломается волк, этот медведь. Что ты хочешь? Давай, иди сюда. Кому бебели мой фэр? Оу, это было не очень круто. Ладно, давайте попробуем Эбола ему в глаз кинуть.
Почему я не могу Эбола ему заразить? Я тебе сейчас по носу, когда? На тебе. Опа! Ну почти, 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 почти. Теперь обратно, 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 обратно. Чё? Чё, куда? Чё, куда? Рыбы-тюлени нас несут. Да, 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 рыби-духи. Духи рыб нас несут. Прекрасно. Я уж подумал, что все, беда настала. Все, спасибо, рыбьи боги. А медведю-то хотя бы шалтай-болтай, погоняй. Давай, догони нас. Уу, е! А, я забыл, что он умеет плавать. Если ты перехитришь белого медведя, не стоит расслабляться. Голодный медведь не сдастся так легко. Ну ничего, хорошая прогулочка у нас, между прочим. Еще одна сова. Толстого льда больше нет. Земля была странной. Да это вообще не земля, хочу тебе дяденька сказать. Это лед. Да, тут даже она работает как механизм. Отлично. Сейчас я залезу, и он сомкнется, да? Сомкнется, разомкнется. Паркур! Ледяной паркур! Как это у нас заведено на Аляске? Она очень необычно двигалась. Так, мы стоим тут. Потом бежим, лисица. Все хорошо. Да это препятствие. Это, я скажу я вам, не препятствие. Это хардкор. Нет, это не хардкор. Это приятно. Хвост чуть не прищемило. Времяпрепровождение. Здесь мы стоим. Выжидаем. Бум. Бум. А что там за сова? Давай-ка ты, лисица, сбегаешь наверх. Зачекпоинишься, так сказать. Да. Что-то мы какое-то достижение достигли. Собрали. Вау! Тупые лисы! Тупые лисы! Давай, 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 давай. Мы сможем, мы сможем, мы сможем, мы сможем. Я верю. Я верю, верю. Да, я верил. И прыжок. Лисица. Да твою ж лисица, что ты... Самое время сделать этот забег последним для нас. Самое время сделать этот забег последним для нас. Нет, не последним, самым лучшим. Вот так вот. Теперь ты молодец, лисица. Теперь я тобой горжусь. Куда мы прибежали? В пещеру прямо к белому медведю, наверное. Так странно и тихо. Это не кости ли на фоне? Нет. Оу, да. Добрый дедушка Мороз. Парочка наткнулась на белого берлогу белого медведя, который не обрадовался незваным гостям. Хорошо, паркур от лисицы просто превосходный. И что дальше? Ее там переклинило. О, кататься можно, кататься можно. И что? И что? Я там... Хорошо. Мы прыгаем сюда. Прыгаем туда. Отвлекать надо? Отвлечь. Hey! Come on! Come on! Baby, let my fire! И что дальше? А что тут вообще сделать надо-то? Если там все закрыто. На тебе еще в лоб. На тебе в глаз. На тебе в нос. Кушай. Что же делать? А куда человеку бежать тогда? Эй! Так, давайте еще раз попробуем акробатические способности нашей писицы. Эй, йоу, эй, медведь, йоу, камон он. Камон, 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 еее, ха-ха, ну что ты на это скажешь? Ну ты что там застрял?
Я думал, ты как-то нам дверь откроешь. Что же мне теперь делать? Получай! По заду пушистому! По башке волосатой! Оу, вовремя я убежал песцом оттуда, вовремя. Чё, проделаем еще один такой маневр? Вроде как там стена трескается, что ли. Нет, нет, я понял, лисица, что ты уже на автомате все это делаешь. Девочка пока базится, 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 базится. Волга, медведь... Блин, зацепил нас зопой. О, зато теперь отсюда сейф сразу. Это очень приятно. Давай. Come on! Иди сюда. Опа! Снова ты остался в дураках, дураках, дураках. Давай. Еще один шлепок по твоей волосатой заднице. Ты очень зол и страшен. Так, там уже все отвалилось, обвалилось. Что дальше? Еще разок? Очень опасно, очень опасно. Паркур, паркур, паркур! Вау! Вот это паркур! Лисичий паркур! И мы выбрались. Мы выбрались. Им удалось убежать, но вскоре они узнали, что за земля была под ними на самом деле. Вау! Это ледяной ки. Девочка и писец упали в воду. И были проглочены. Их затянуло внутрь, в ледяные пещеры под водой. Надо же, как же они не утонули? Вам, наверное, тоже это очень интересно. Как же они не утонули, мы узнаем в следующем видео, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, не забывайте поставить лайк. Спасибо, что смотрите и поддерживаете эту серию. Мне очень нравится эта игра. Надеюсь, и вам. Пока. И увидимся в следующем видео. Пока.